Более 8 тысяч культурных мероприятий за год – вот такая нешуточная цифра прозвучала сегодня на заседании расширенной коллегии по культуре. В фестивалях, праздничных концертах, мероприятиях самой разной направленности было задействовано почти 5 миллионов анапчан и гостей курорта. Душу и жизнь в эту громадину вдыхают настоящие профессионалы. На коллегии отметили, что культура Анапы входит в пятерку сильнейших в крае. Лучших сегодня благодарили за работу от имени губернатора Краснодарского края и главы города-курорта. Сегодня были четко определены и задачи, поставленные служителям искусства годом литературы. Из года культуры мы плавно шагнули в год литературы. Эти два направления неразрывно связаны между собой и невозможны друг без друга. На коллегии акцентировали важность популяризации отечественной классики и современных авторов. В этом году будет развиваться интернет-проект «Читающий город», перевод библиотечных фондов в электронную версию и многое другое. В рамках года литературы в библиотеках планируется провести масштабные и интересные мероприятия, среди которых книжный хит-парад «Молодое поколение читает», литературный марафон «Созвездие писателей России и Кубани», радиопроект «Читаем русскую классику».